Традиционно в апреле на сборе «Дружина Гагаринцы» проходит торжественное посвящение учащихся первых классов в детскую школьную общественную организацию. Для первоклассников это важное событие, ведь быть членом любой организации – это почетно и ответственно. Вступая в ряды школьной организации, каждый первоклассник должен знать символы дружины и законы, по которым она живет. Мы вместе – сила, воля, взлет, а знание – это наши крылья. Приложим же, друзья, усилия, чтоб был высоким наш полет. И вот наступает самая волнующая минута. Первоклассники, стоя, дают торжественную клятву. К этому дню ребята готовились 3/4. Они учились не только писать, считать, читать, но и учились дружить и жить в коллективе, вместе выполнять интересные дела. Каждый отряд выбрал себе название, девиз и эмблему. Новому поколению юных гагаринцев, рвущихся творить доброе и полезное, вручили членские билеты. Я за это очень. Что меня приняли в гагаринцы. Еще раз. Это мой самый, это я ждал этого дня. Теперь мы хорошо будем учиться, и у нас будет всегда хорошее настроение. Я счастлива. Мне очень понравился праздник. Торжественный сбор дружины гагаринцы закончился выносом знамени.